Смотрите, какой у меня красавец есть. Будешь мороженое? Нет, скажи, не будешь. Я его вроде покормила, но он с утра какой-то недовольный ходит, делает. Вот так делает. Да, Твик, сделай так. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Итак, у нас сегодня с вами мороженое. Вот такое вот интересное маршмеллоу в форме бананов. Внутри какой-то шоколад. Дальше у нас сырные сэндвичи с печенькой. И выбрала интересный один вопрос от Виолетты Анасюк. Виолетта, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айнур. Спасибо вам за частые ваши видео. Я очень часто сижу в ТикТоке и смотрю на молодых тиктокеров, на девчонок. Смотрю на них, и, если честно, никто не радует глаз. Все они делают почти одно и то же, даже неинтересно. Расскажите, пожалуйста, про ваших любимых тиктокеров. Возможно, я их буду смотреть. Мороженое уже тает. Что касается вообще блогеров, тиктокеров, не знаю, кого угодно. Меня вдохновляют и восхищают всегда талантливые девушки. И парни. Именно талантливые. Например, что касается тиктокеров, мне, например, очень нравится Вероника Золотова. Она не только просто красивая лицом, она еще очень круто поет. И странно, что ее песни ни в каких чатах нету. То есть не залетают песни. Я могу спокойно послушать Бузову. Других каких-то исполнителей, которые особо не обладают вокальными данными. Но по-настоящему меня покоряют, так скажем, талантливые люди. И это касается не только ТикТока или какой-то платформы. Например, даже сестры Аверины, эти гимнастки, две близняшки. Я уже, наверное, четвертый день подряд смотрю их выступления. Смотрю выступление Линой Ашрам. И все трое мне очень импонируют. Я смотрю. Например, кинула обруч, не знаю, на 3 метра, потом согнулась в какое-то упражнение и вот так вот рукой поймала этот обруч. Я понимаю, что это не только шоу, а это годы тренировок. Это невероятная сила воли заставить себя. Не знаю, как вас, меня просто покоряют талантливые люди. Не просто блогер, который, например, облил себя зеленкой и хайпанул на этом. Сейчас обратила внимание, что вам совершенно меня не видно. Мороженое просто отпадает. Уже тает, взяла килограммовое. То есть то, что по килограммам. В общем, меня очень вдохновляют эти девочки. Я уже начала разбирать ошибки гимнастики. Как, что, почем. Начала смотреть другие выступления. Разные турниры.
как маленькие девочки по 7-8 лет такие упражнения делают. Причем это делают быстро. У меня нет никакого предвзятого отношения. Мне нравятся трое. И Линой, и Дина, и Арина. Все трое очень талантливые девочки. Но все-таки, посмотрев выступление, мне показалось, что Линой делает все очень быстро. Мне кажется, делать упражнения быстро намного сложнее. Возможно, именно поэтому ей дали все-таки золото. Итак, следующий вопрос задает его Османова Зерин. Было ли когда-нибудь, что ты хотела избавиться от Твикса? Нет, конечно, мой пусечка сейчас смотрит на меня. Разве я признаюсь сейчас? А? Самое удивительное... Это то, что когда я привела Твикса, мама и бабушка были категорически против. Бабушка до сих пор против. Она говорит, что отпусти его где-то у хорошего ресторана. Ну, я, естественно, такое никогда в жизни делать не буду, но мама... Я так угорала, мы пошли с мамой покупать холодильник. Зашли в Браво, мы в конце купили в Браво. Я, на самом деле, в этот день спешила. И маме говорю, пойдем домой. Купили, все, пошли. И мама такая, нет, пока мы в Браво, давай пойдем купим Твиксу жидкий корм. Я говорю, давай в другой раз, ничего, у него там две штучки остались. Она такая, две штучки, это на один день. Короче, начала со мной спорить. Побежала, быстро-быстро схватила эти жидкие кормы. Я смотрю, у нее в руках штук, наверное, 12-13. Нечто было. Мне просто хотелось сказать маме, не ты ли была против того, чтобы я привела его домой? Я маме говорю, когда я выйду замуж, я возьму Твикса с собой. Она говорит, ничего подобного. Я его тебе не отдам. Выйдешь замуж, возьмешь с улицы другого. А Твиксик мой. Мама сейчас в деревне. Звонит. Говорит, ну как там Твиксик? Как он поживает? Как его самочувствие? Как настроение? Я такая, ну нормально. Пришли мне пару его фоток. Мои фотки никому не нужны. Мое самочувствие никому не интересно. Но зато Твиксик у нас гость программы. Постоянно мама его спрашивает и говорит, все, выйдешь замуж, найди себе кого-то. Твиксик мой, его я никому не отдам. Так что... У меня и мысли нету от него избавиться. Я очень счастлива. И рекомендую всем, у кого дома нет домашних животных, особо кошечка, кот, никакого вреда не приносит. Сказать, что ободрала где-то обои, кот ободрал. Или что-то такое непоправимый вред какой-то.
Ничего, спокойно себе живет. Обои вообще не трогает. Ногти точит на ковре. На содержание тоже много денег не уходит. Зато как это понравится Аллаху. И когда вы умрете, это вам сочтется. Я бы вообще, моя бы воля, взяла бы еще с улицы собаку. Именно дворняжку. Потому что мне жалко. Но почему-то все мои зрители, мама тоже. Ой, хватит экономить, купи себе шпица, зачем тебе дворняжка, она вонючая и так далее. Я с вами не согласна, ребят. Шпиц все равно будет жить хорошо, а дворняжку-то кто осчастливит? Но когда я буду жить отдельно в своем доме, дай бог, заведу. И собаку, и кошечку. Вот сейчас приперся Твикс. Я наелась, было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю.